Доброе утро, мои дорогие зрители! Наконец-то мы собрались с мужем к кардиологу. Виран Шихир, автобус пришел, а мой муж ушел. Соли мешот, каракуяла. Да, наконец-то мы собрались к кардиологу. Сердце мое, сердечко иногда шалит, так часто стало шалить. Какой-то спазм в левой стороне. И не могу даже вздохнуть. Вот вчера смеялась, распешил нас в очередной раз наш мальчик, попугайчик. И я потом попросила у мужа валидол под язык. Не могла шевельнуться, как схватила меня в левой стороне. Я не знаю, что это такое, поэтому мы едем, решили. Давно уже взяли рандеву, наконец-то вот пришел тот день. Мой муж хотел даже пару раз, у меня 2 дня была очень стрессовая ситуация, я потом вам расскажу. Просто настолько бюрократии много во всех странах, боже мой. И каждый документ надо проверять. Вы понимаете, тот документ, который я отправила в Батуми, он потерялся, мы еле его нашли. А оказывается, там была написана моя бывшая фамилия, а не настоящая. И когда я его получила и спросила мужа, а почему на мою старую фамилию? Он говорит, да ну ты там и там в системе. Я же уже Светлана Ата сколько лет? 10 октября 2017 года. И вот этот документ нам надо идти сделать по новой. Не приняли. Так что вот мы еще и идем делать наши документы. Потом нужно было предоставить свидетельство о браке с моим мужем бывшим. Это все в архиве. Мне надо делать доверенность на дочь. Она сегодня пойдет. Очередь там. Но мне, благо, продлили подачу документов до 23 февраля. Я очень переживала, и нейрографика мне в этом помогла. Просто она делает чудеса. Когда тебе так плохо, ты в ожидании чего-то, надо быстро садиться рисовать. Я это делаю, мне получилось. С Сашкой вам идем. Ждем автобуса. Ашка, вот. Занимаюсь уборкой, друзья мои, разбираюсь в такую холодную погоду с вещами в комнатах других. Мы перешли с мужем в среднюю комнату. И я там убирала, возилась, все трусила. И посмотрите, сейчас вот для подруги, что я рисовала кейс. 26 рисунков на ее здоровье. Вселенная меня услышала. Я просто не сомневаюсь. Вот такой красивый кейс на здоровье. 26 рисунков. Я очень хочу, чтобы моя подруга была здорова и счастлива. Да. Мавиш как любит это время, когда мы кушаем фрукты. Не дай эту дыру порезать их. Сокровище наше, сокровище. Все проверил, все попробовал. У него такой самый нож, говорит, любит. Посмотрите. Чудюх. Знаете, что он грушу не любит? Армут Семио. Чудюх. Сидим, пьем чаек. Приятного вам вечера. Мавиш, Мавишок, наш сынок, а? Как он любит ашки, Масевиорчок. Менче Эльма и Талус. Эльма. Это его любимая вечер. Всем добрый вечер, приятного аппетита. Сегодня у нас в меню пицца 2 видов. Это с грибами и сыром. Вчера мы готовили... Запекали на мангале канатики, ребрышки. А это мы уже съели с суджуком, с помидорами, с болгарским перцем. Очень вкусно.
Чайком запиваем, салатиком, зеленушка. Ашкин смотрит футбол. У нас очень холодно. Как у нас похолодало, друзья, настоящая зима. У меня вчера цветы здесь упали. И я сегодня обнаружила мои цветы. Вот пересадила заново. Такие красивые распустились, желтенького цвета. И они отсюда свалились. Ветер был сильный. Цветочки мои упали. Розмарин растет. Это все цветет. Холодина. Настоящая холодина. Не знаю, сколько градусов, но холодно. Вчера мы перешли в среднюю комнату. Я уже рассказывала, наверное, уже не помню, что рассказывала. Так хорошо спали, там тепло. А вот так выглядит мой балкон. Иду, захожу вовнутрь, потому что очень холодно. Всем привет еще раз. Приготовила тесто и решила быстренько что-нибудь такое вкусненькое приготовить. Завтра я иду в поликлинику. Мне будут ставить электроды, ЭКГ на 24 часа. Да, что-то сердечко стало шалить в последнее время. Но знаете, после кардиолога посещения у меня, я чувствую себя хорошо. То есть никаких болей нету, все ушло. Но это было все из-за нервотрепки, из-за того, что я не могу достать документы, которые требуют от меня Грузия. Но я положилась на Вселенную, отпустила ситуацию. И думаю, как будет, так и будет. Я не могу перепрыгнуть никого. Через свою голову не могу прыгнуть. Поэтому, друзья мои, помолитесь за меня, чтобы у меня все получилось. А я верю в это. Ну, от пиццы осталась такая она тоненькая. Остался один кусочек. А вторая скоро запечется. Наверное, спечется. Сижу, жду. Я уже этой наелась. Любимый Мави, что вытворяет, вы не представляете. Мы его выпустили днем. Так он не дал мне разговаривать. У меня сегодня было бизнес-встречи, покупка бумаг, инвестиции. Он лез в камеру, кусал мне руки, не давал разговаривать, щебетал под боком. Боже, какой он вообще у нас прикольный. Не дает смотреть матч. Лезет в эту камеру. Что с ним происходит? Мави? Злой такой. Это Кызгын сын. Неден Кызгын, Неден. Привет, скажи, мои подписчики любимые. Я люблю вас. Сизе Савиору. Чок Савиору. Он, видите, я так сидела, не доделала. Йогу еще буду делать. А, Нелду. Мавиш, да, видите хвост. Мавиш. Хвост его. Мавиш, да, да. Скажи, Мавиш, не кусай меня. Не кусай. Мавиш. А что, Сьорбини? Экрана до конца. Она хорошая, Мавиш. Ай! Ай, как больно кусается. Вот смотрите, ножка его. Иссыр, иссыр. Эвет, эвет. Ады, ады. Короче говоря, вот смазку. Ой, Мавиш. Ашка убежала, не дает ему смотреть. Это что такое? Ты что такой хулиган у нас? Обкакал тут все нам. Обкакал Сирун. Сирун наш. Сирун, Сирун, Сирун. Сирун, Мавиш, Мавиш. Наша птичка любимая, Мавиш. Вы знаете, как он любит петь и подпевать. Какой сладкий он вообще, да? Боже, какое сокровище! Сокровище! Вы знаете, садится на мою эту фотографию и клюет. Ему понравилась Светлана.
На эту нет, потому что там Индер, на эту нет. А на одиночную садится.